Если вы хотите создать свой магазин, но не знаете, с чего начать, то это видео специально для вас. А здесь я расскажу пошагово, какие действия нужно совершить перед тем, как покупать скрипт и что должно быть для создания магазина у вас готово. Первым делом у вас должен быть куплен домен. Домен – это имя вашего сайта. Приобрести его можно на сайте 2domains.ru, либо же по вкладке «Регистрация домен». Зарегистрировать домен. Я рекомендую вам пользоваться сайтом 2domains.ru, потому что именно здесь самая выгодная цена во всем Рунете. За 99 рублей в год вы получаете домен в зоне .ru или .rf. Рекомендую использовать доменную зону .ru. Здесь вы проверяете свободное доменное имя. Придумываете домен. И вы видите, что домен доступен к покупке. Вы можете нажать «Зарегистрировать домен», «Зарегистрироваться», «Пройти регистрацию» и далее следовать инструкциям по сайту. Я этого делать не буду. Регистрация домена простая. В случае чего вы всегда сможете найти видео на YouTube, подробно описывающие процесс регистрации на этом сайте, либо вы можете проконсультироваться в техподдержке сайта 2domains.ru. Когда вы зарегистрируете домен, следующий шаг, который нужно сделать, это зарегистрировать хостинг. На нашем сайте есть ссылка на очень хороший хостинг, который мы рекомендуем для нашего скрипта. Переходим на сайт Best Hostinger. Для создания магазина на базе DigiSeller вам достаточно минимального тарифа Lite. Свободного места на диске хватит с лихвой. Кроме того, вы можете создавать дополнительные сайты, вплоть до 5 штук. Неограниченное количество MySQL баз, неограниченное количество трафика, и все это всего за 100 рублей в месяц. Кроме того, на сайте постоянно действуют скидки при оплате за несколько месяцев вперед. Нажимаете «Оформить заказ», заполняете данные, проходите регистрацию, и у вас будет куплен домен и хостинг уже на этом этапе. Когда вы все зарегистрируете, вам на почту придет письмо с настройками вашего хостинга. Там будут указаны данные ПТП, данные для входа в панель управления хостингом. Для того, чтобы загрузить скрипт, нам понадобятся данные ПТП. Кроме этого, вам также пригодятся данные от панели управления хостингом. Когда вы зарегистрируете, вам нужно будет вернуться в панель управления, где вы регистрировали ваш домен. Это нужно сделать для того, чтобы прописать DNS от хостинга. Вы входите в свою панель управления, заходите в управление сайта и нажимаете «Управление DNS серверами». И как вы видите, здесь я указал DNS сервера от моего хостинга. Вы точно так же получите эти данные в письме от хостинга. Указывайте их здесь, после чего идет делегирование домена. Этот процесс занимает до 24 часов. То есть пока доменный адрес не распространится по всему интернету, сайт может быть недоступен с разных точек нашей земли. В некоторых случаях бывает, этот процесс протекает гораздо быстрее, и уже спустя 4-6 часов ваш сайт будет доступен. И перейдя по этому адресу, вы уже сможете получить информацию с этого сайта. Когда это все у вас готово, переходим к загрузке скрипта. Выбирайте скрипт, который вам подходит, оплачивайте его. После оплаты вы получаете архив. Этот архив мы должны распаковать на наш хостинг.
Сделать это можно с помощью программы FileZilla. Находим с помощью поиска сайт FileZilla.ru и нажимаем скачать FileZilla. Выбираем версию для Windows. Далее, когда вы установили программу, у вас появится и окна. Хост, имя пользователя и пароль. Опять же, эти данные пришли вам в письме от хостинга. Вы указываете здесь хост, имя пользователя, пароль и порт, но порт не обязательно. Нажимаем «Быстрое соединение». Я уже вошел в свой FTP аккаунт, и теперь мне осталось только извлечь скрипт на мой сервер. Скачанный архив после покупки я уже разархивировал, вот он находится в этой папке. Я просто выделяю все файлы и переношу на свой хостинг. Итак, файлы загрузились. Теперь мы можем посмотреть на наш сайт в работе. На этом установка скрипта закончена. Однако для того, чтобы вывести ваши данные, ваши товары, в скрипте вам нужно изменить всего лишь один код, а именно ваш идентификатор. Для этого открывайте файл config.php, обычный блокнот, и изменяете код Seller ID на свой, который вы получили в панели управления dbseller.ru. После чего сохраняйте и заново перекидывайте этот файл. Когда вы его перекинете, здесь будут ваши товары. Вот и все. Так протекает процесс установки. И установить скрипт у вас получится в течение 10 минут. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся на канал.